Значит, откручиваем вот эту замечательную морковку. Вытаскиваем вот это. Внутри должна остаться вот такая вот самбочка. Ее аккуратненько ставим, чтобы она не выпала. Вот эту вставляем. Вот таким вот образом. Запишем. Остается вот такой вот сердечник. Очень красиво получилось. Вот осталось 7 жилок. Сюда вставляем. Получается вот такая красивая розочка. Потом эту розочку оплетаем вокруг. Красиво, красиво. Насаживаем морковку вот эту и убираем ее в цангу. Извольте. Все.